повстанкинский пруд, в который я однажды упала. Я тебя на Первом канале ни разу не видел. Почему? В большой стирке я была, не надо. Я в большой стирке снималась, ты что? Да. И вон там телецентр. Еще кто-то рыбу ловит здесь. Я же не орнитолог, да, поэтому откуда же... Нет, ну я-то птиц люблю, по идее, понимаешь? Да-да-да, я знаю, да. Вот они классные какие. Курочка особенно вкусная. Ой, они к нам плывут, главное, что у меня камера не упала туда. Привет, пацаны, привет. Пойдем. То поставим. Что-то это самка. У меня все пацаны. Видишь, как... Мы сегодня идем снимать какой-то концерт и флешмоб. Вот, Антон меня вытянул наконец-то за 2 недели. Смотри, какая красивая площадка. Ну, в принципе, стандартная для нынешнего времени. Не, я такие красивые первый раз, кстати, вижу. Мне здесь очень нравится, что здесь прохладно. Потому что я ехала, я вспотела так, просто жесть. Ты хочешь от меня какой-то комментарий по этому поводу? Да. Да, Наташа, действительно, ты вспотела, это жесть. О, нифига, вот таких бы полазить, да? И как часто ты такую жизнь делаешь? Так я ж редко езжу в общественном транспорте. Аттракционы. Ну, это, наверное, для белок здесь. А где, кстати, белки есть? Давай, знаешь, куда сходим? В парк какой-нибудь белок покормить? Аттракционы. Парк, в котором белки, это у тебя рядом с домом. Там нету белых. Ну, приезжай в мой парк. Можно, да. На Войковскую. Можно. Еще я кушать хочу. Вот это вот, я бы в этом и не сомневаюсь. Слава богу, что она пишет. Я уже 4 видео потеряла, потому что я думала, что она пишет, а она не пишет. Прикинь. Фух. Вот они минусы дешевых гаджетов. Так. Давай без этого. А что здесь? Блин, тут так пахнет, как в деревне прям. Фух. А еще долго идти? По-моему, только начали этим заниматься. О, танцевальная площадка Останкино. Это, в принципе, куда мы идем? Хочешь выше? Я сам без. Да не дойте без глаза лучше. Ну, если возьмете, звони. А зачем ты вот двигаться? Можешь меня занять? А холодный нет у вас? Холодный нет у вас? Я вам могу стаканчик с водой дать, хотите? Ну да, давайте. Пожалуйста, трубочка, можете взять и поставить подальше. Ты тоже прям? Что буржуете надо мной? Нет. Это мои, пошли.
time? Me too. This song is called Shadowmaker from our new album. Группа «Апокалиптика» уже не раз была в столице, но это мой первый концерт, на котором я присутствую. Такую музыку слушаю достаточно редко, но метко. К сожалению, люди, далекие от симфонической музыки, даже не догадываются, что можно ее вот таким вот образом слушать и передать. Финская группа «Апокалиптика» играет метал на виолончелях, и это настолько круто, что захватывает дух. А оказались они на праздновании дня рождения ВДНХ, которому 1 августа исполнилось 77 лет. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Мы также присоединяемся к поздравлениям и желаем как можно больше интересных выступлений, выставок, артистов и вообще замечательных фестивалей на этой площадке в нашем городе. Ну а фестиваль вдохновения 2016 «День музыки» запомнится надолго. Вы когда-нибудь слышали, чтобы зарубежные звезды так красиво и чувственно исполняли наш гимн? Также на сцене Зеленого театра ВДНХ под руководством гитариста и композитора Стива Вая и группы «Апокалиптика» выступали более 100 российских гитаристов и виолончелистов. Вы бы слышали этот музыкальный флешмоб. Конечно же, сейчас я вам оставлю небольшой кусок, чтобы вы смогли понять и прочувствовать, насколько это было необычно. Такое запоминается на всю жизнь. В общем, было очень круто. А ВДНХ еще раз поздравляем с днем рождения! Глухота наступила как будто. Серьезно тебе говорю, да. Интересно, как быстро меня укачает? Засек.
да? Выходим? Нет. Почему? Выходим? У меня еще времени до следующего концерта. До какого следующего? Ну, сегодня будет? Вообще-то в 21:30. Классика. Какая классика? Мацуев.